Не знаешь, во что поиграть? Тогда спешу тебе порекомендовать бесплатную онлайн-игру Fortnite. Здесь тебе предстоит стать лучшим в битве против сотни игроков на огромной карте в режиме королевской битвы. Находи лучший дроп, строй или разрушай различные сооружения, собирай группу своих друзей и играйте командой, как от двух человек, так и до четырех. Рекомендую поиграть, реально интересный, да и платить ничего не нужно. Да и комп космический тоже не нужен, здесь хорошая оптимизация. Так что регистрируйся по ссылке в описании и играй. И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами вновь возвращаемся в PC Building Simulator. Продолжим собирать свои компьютеры, тем более в прошлой серии, ребята, мы с вами купили себе уже новый стол и даже успели поднять себе неплохую сумму денег. У нас уже есть 1,5 косаря и также неплохие заказы и почти 5-й уровень. Хотелось бы скорее себе получить 5-й левел, по-моему, на нем что-то должно интересное открыться. Сейчас быстренько гляну, вроде бы... А нет, на 6-м откроется, это быстро можно будет кабели подсоединять, то в любом случае я бы хотел бы хотя бы взять вот этот апгрейд за 2 косаря. Следующий стол у нас откроется только на 8-м, третий стол, и самое интересное, это шкаф, который будет на 6-м. А в скором времени до него, надеюсь, мы с вами найдем-то мы его точно. В общем-то, пока мы будем строить компьютеры, собирать их, смотреть, что сделать по ним, не забудьте поставить лайк данному ролику. Такс. Надо поставить RAM и HDD. Окей, надо заменить точнее. Так, давайте посмотрим. Текс, кладем сюда. Вообще написано, что угодно заменить можно. Так что, в принципе... Ух ты, здесь неплохая такая материнская плата стоит. Так, и видеокарта стоит 960. Ну, более-менее, выглядит симпатичненько. Зелененькую версию я еще даже и не видел, вроде как. Так, что у тебя тут оперативка стоит? RAM 8 гигабайт, кстати, стоит. И очень даже неплохая, на самом деле. Мы с вами недавно свинтили тут одну оперативку, насколько я помню, которую можно будет сейчас и поставить. Так, где у нас memory? Это сломанная, да? Так, а у меня на 2 гигабайта есть, пожалуйста. Он мне сказал, что заменить на любую, мы его на 2 гига поставим, и нормально будет. Так, и жесткий диск заменить. У меня как раз жесткие диски еще есть, так что этот заказ мы выполним очень даже быстро. Так, вроде бы у нас здесь жесткие, да? Нет, я не то открутил, значит, жесткие вот здесь стоят. Так, открываем драйв, отсоединяем кабели. Так, стоп, подождите. Написано заменить, а какой получше? Здесь на 64 мегабайт. Серьезно, жесткий диск на... на 2 терабайта, я на 64 мегабайта подумал, думаю, какого хрена вообще. Так, ясно, короче. Так, теперь надо только кабели отсоединить, это довольно неудобно на самом деле делать, как обычно в этой игрушке. Здесь кабели очень странно работают, ладно, так, тогда мы отсоединим вот так. Так будет все же лучше, наверное. Так, где там последний кабель, он там тянется? Ага, у нас он к материнке идет, все. Забираем и ставим свой. Какой у нас там есть? Где? Storage, вот он storage. Какой у меня самый тут голименький? Вот $7, $7, да? И оба бэушные. Кстати, этот нормальный жесткий диск, серьезно? Зачем его заменять надо было? Ну ладно. То, так, стоп, HDD. Replace HDD. Ну, я же заменил его. Или его надо сначала подключить, тогда он будет его считать. Так. Так. А, да, все, окей. Нормальный, жесткий, мне просто так отдал чувачок, нормально. Хороший заказ, мне нравится, вообще на халяву его сделали. Еще если сумма нормальная, так вообще хорошо. Так, ладно, стоп, подождите, нет, как отменить? На escape точно, так, отменяем и возвращаем обратно щиты, которые я тут открутил. Этот хотя бы просто защелкивается, этот, по-моему, надо бы... А нет, этот тоже просто защелкивается, все готово. И мы с вами просто сейчас проверяем, включаем. А давай быстрее, пойдем тебя отдавать. Все, готов, красавец, погнали. Заработаем себе денежку. Сколько с тобой с тебя получим? Давай, email. И у нас вот этот товарищ, $330. Это вообще, вау, супер заказ. Ничего, можно сказать, не потратил практически. Новые части починить. О, рамы ПСУ заменить, хорошо. Так, надо дискарднуть заказы, которые нам уже не нужны, а то они начинают путать. И здесь заказ, который нужно выполнить за 12 дней. Оперативку до 4 гигабайт поднять. У меня вроде есть как раз оперативочка. Сейчас посмотрим. Так, сколько у него вообще здесь стоит? Сколько у тебя здесь стоит? У тебя стоит здесь на 2 гигабайта. Окей, такое ощущение, что это компьютер, который я уже ремонтировал. Точно такой же, будто мне уже обратно принесли. Только видеокарта другая. Так, где у нас оперативка? Оперативка, вот, 4 гига как раз есть. И все, просто ее сюда вставим. И нормально будет, 3D Mark только запустить нужно. Так, просто 3D Mark запускаем, да? Ага, сейчас. А, стоп, его установить нужно, они же не стоят, конечно. Конечно же, ничего у вас изначально не стоит. Ух ты, как красиво светится, люблю, когда вот такие вот красивые материночки. Так, да куда ты, блин? Я вообще не это хотел, не ту кнопку нажал. Правой клавишей случайно на мышке жмакнул, и все. Все пошло
не по маслу. После этого сразу так устанавливаю. Радуга стоит на рабочем столе. Нравится мне почему-то смотреть, какие обои у каждого компьютера будут стоять. Хотя жду какие-нибудь совсем из ряда вон обои. Было бы довольно забавно такое увидеть, наверное. Так, ну что, зарестартили. 3D Mark запускаем. Ран, поехали. Так, с этим у меня что за работа? Я уже подзабыл. Так, заменить жесткий. А, ну окей. Тоже сейчас быстренько мы сделаем. Как раз сейчас раскручу. Там 3D Mark уже закончится. Так. А, надо сначала кабели сразу соединить, потом это неудобно будет. Так, сюда, сюда. А, открываем. Сюда забираем. Забираем HDD и установим свой текст. Вот он у нас есть. Держи. А, сейчас надо его только будет закрыть. И потом вот эту крышечку потом уже закрыть. Это она как-то неправильно работает. Нельзя закрыть крышку, если уже... Точнее, нельзя закрывать крышку, если эта штука открытая. Как-то странновато немного, мне кажется. Ну, может, я что-то не понимаю. Так, тут пока еще идет тест, но с этим мы уже закончили, да? Только крышку обратно вернуть нужно будет, боковую. И давай закручивай, 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 закручивай. Готово. А, погнали. Все, с этим тоже закончили. Сейчас будет у нас уже пятый левел. А, так, где? Коллект. Все, с этим разобрались. Интранзит. И ты закончил? Нет, еще свой тест. Все, уже последняя идет сценка. 27 FPS выдавала, кстати. Все, сейчас тоже должно... А, нет, еще одна сцена идет. Ладно, подождем, пусть заканчивается. Пока что дискардим заказ, который нам уже не нужен. Этот сейчас мы с вами и отнесем. Дадут $215, здесь $300. И еще один новый заказ. Диагностировать и пофиксить. Вот, такие заказы я люблю, когда надо будет что-то диагностировать. Это довольно прикольно. Так, и здесь уже заканчивается тест. Сейчас уже должен будет закончиться. Кстати, в 23 FPS приятно хотя бы их смотреть. Это... Хоть что-то новенькое узнаешь, видишь, 3900. А выше баллы только были у предыдущего компа, который тоже выдавал достаточно высокие показатели. Все, закрыли, погнали, уносим. Готово. Коллект, все, шикарно. Level up! И у нас появляются новые, походу, блоки или что-то такое. Так, процессоры, смотрю, новые. Новая видеокарта какая-то, что ли. GeForce 1300, ой, 1030. Такая вообще есть. А, ладно, окей. Что-то не помню, я в магазинах GeForce 1030. Ну, окей, окей. Может, я просто что-то не знаю. Не каждый день все-таки смотрю комплектующие и тому подобное для компьютеров. Графическую карту пора апгрейдить. 8 гигабайт оперативы. Так, здесь у нас диагностировать. Здесь у нас RAM PSU, да? Так, давайте сразу закажу побольше вещей. Коли у меня много денег, то можно заказать, в принципе, неплохие вещи уже. Так, что у меня в поиске F-то написано? Так, не-не-не-не-не, это мне не надо. Так, мы с вами берем, что, где у нас оперативка? Вот, раз, два. Раз, два, этих даже еще две докину. Так, ПСУ. ПСУ у нас часто используется, поэтому мы закажем сразу, где. Это уже, кстати, новые блоки питания, таких не было. Так, какой там дешевый самый? Так, 30, 20, вот он, самый дешевый. Раз, два, три, три их возьму. А, кейсы нам пока не нужны, еще ни разу мы не собирали свой компьютер. Возможно, в будущем соберем с нуля какой-нибудь, будет интересно это посмотреть. Так, еще вот этих возьмем. Жесткачей, материнку мы давно не меняли, процессоры — это редкая тема. Так, здесь надо будет что нам, видеокарту, по-моему, прокачать, да, графическую карту. Но тут вопрос о том, какая будет видеокарта, поэтому фиг его знает. А лучше посмотреть, какая у него видюха, и заказать только потом. Так, все, нормально, $300, заказ на следующий день пусть нам привозят. А тут видеокарту мы сейчас посмотрим и разберемся уже. А, на месте. NDA, вот сколько сейчас всего прибудет. И также новые компьютеры, конечно. Целая куча всего добра. Апгрейд, тебе надо видеокарту здесь, да? Не, давай сначала вот с тобой разберемся. Тут оперативка и ПСУ надо заменить. Давайте побыстренько это сделаем. Тем более мой любимый корпус, с которым очень быстро можно работать. Кроме вот этих болтов дурацких, можно было бы сразу снять все. Крышку бы сверху оторвало и нормально. Ладно. Так, блоки питания — это всегда долго, потому что очень много кабелей. Так, отменяем, все отсоединили, ставим новый. Где у меня Power Supplies? Вот приехавшие свеженькие мои красавцы. Еще бы они подключали кабель, подключались бы к блоку питания кабели сами сразу же, и вообще великолепно было бы. Но это слишком хорошо. Надо новые апгрейды брать, тогда и будет все как надо совсем. Так, погодите, надо отсоединить нашу оперативку. Так, там случайно открыл клипсу, надо закрыть ее. Это забираем. Может, тоже целенькая, кажется, а? Было бы неплохо, если бы мне целенькую. Не, я не целенькая. Так, там написано заменить. В любом случае, тогда мы ставим вот юзанную 2-гигабайтную. Нормально. Теперь только запустить и проверить. Так, запускаем пока. Сейчас крышку накручу. Обратно накручу, наверчу. Запутать хочу. Все, окей, готов.
можно уже отправлять нашему другу обратно. Кто там хотел ее? Это чей заказ? Году PC это... Так, стоп, подождите. Чей этот заказ-то? Почему? А, стоп, я не закрутил до конца? Что я забыл? Так, погодите. Incomplete case. А, я аж крышку не вернул, господи. Что-то спешу куда-то. Я просто хочу побыстрее сегодня. Надеюсь, сегодня еще получить 6-й левел. И посмотреть, что это за шкаф слева стоит от нас. Насколько же он дорогой хотя бы. Так, Лив Байдор, все, проверять его не надо больше. Готов, все, забирай. Окей, минус заказ, надо дискарнуть его. Так, дискард, готов. Новый заказ, accept. 4 гигабайт 3D Mark запустить. Хорошо, диагностировать. Так, кто там у нас на диагностику идет? На диагностику вот этот идет. Сейчас мы его с вами и поставим. Давайте вот сюда его брошу на диагностику, потому что времени займет больше, да? Так, кабели, придется вручную подключать кабели. Потому что почему-то, если ты ставишь компьютер, который идет на диагностику, кабели сами не подключаются. Это странно немного, но ладно. Так, запускается, не запускается. Так, не запускается. Значит, опять проблема в этом. В блоке питания. Давайте снова менять блок питания. Хорошо, что их несколько заказал сразу. Так, блин, да не хотел эту штуку снимать снизу, блин. Случайно промахнулся, а он ее чуть ли не сразу же отвинтил за секунду. И все, попробуй и разберись там. Так, отключаем. Давай быстрее. Блин, опять на двух шурупах. Так что исправьте этот баг уже. Не хочу по два раза раскручивать. Это... Закручиваешь один раз, а скручиваешь по два раза по итогу. Как так можно? Так, где Power Supplies? Нет, кстати, не с этим. Материнская плата тогда получается. Не, конечно, может и жесткий диск. Вообще все, что угодно может быть на самом деле. Но тогда, скорее всего, материнская плата. Я думаю. Блин, либо процек. Сейчас узнаем. Так, материнскую плату сейчас будем разбирать и соединять. Так, что по процессору у нас? CPU профессор. Профессор. Профессор у нас проблемы. Тогда видеокарту снимаем. Сейчас придется все разбирать. По-любому в материнке проблемы. Ну не в оперативке же, наверное. Так, график карт, понятно. Давайте оперативку отщелкну. Еще. Сейчас потихоньку разберем, да посмотрим, в чем проблема. Так, три оперативки. И на всех, если будет написано, что они собственность, то будет понятно, да? Скорее всего, чисто материнки-то и проблема. Так, отсоединяем, отсоединяем. Так, вот материнку я как раз не заказывал. Это то, что я обычно не заказываю, потому что редко вообще работы с материнкой идут. Не, ну, конечно, может смешно сейчас быть, если это окажется вообще просто этот жесткий диск. Но, скорее всего, это материнка. Я уверен, что это материнка. Блин, почему так надо много раскручивать, а? Не люблю. Слишком медленно просто раскручивается. Люблю, когда все побыстрее гораздо. Так, материнка. И да, сломанная, понятно. Ну, все, в материнке, как я и говорю, было дело. Окей, надо заказать новую. Так, материнка. Надо самые дешевые материнки тоже заказать. Чё, какие у нас самые дешевые? А тут материнок дешевых-то и нет, поэтому я... Если закажу, то только две на следующий день. Так, все, больше пока нечего мне брать наперед заказывать. С этим понятно, на следующий день разберемся тогда. А здесь у нас апгрейд. Апгрейд на 8 гигабайт оперативы и видеокарту надо прокачать. Давайте прокачаем. Если апгрейд, значит лучше должно быть, чем то, что есть. 960 гейминг. Так, у меня ж нет видеокарты никакой с собой. Ну есть, я, кстати, одну штуку хотел проверить. Мне в комментариях написали, что когда идут запросы по апгрейду, вообще пофиг, можно любую, по идее, поставить. Это будет считаться апгрейдом. Давайте проверим эту идею. Если сейчас реально будет считаться, что уже все сделано круто и типа это апгрейд, то ладно. А, что, все, могу уже запустить. Вроде что-то подключить надо было. Так, апгрейд график карт. Нет, именно надо поставить лучше, чем то, что было. Понятно. Так, unplug, remove. Так, install. Нам нужен тогда... Что у нас там, какая была? 960, надо повыше что-то поставить. Так, где там у нас получается? График карт 960 у нас было, да? 960, вот 960. Давайте поставим 970. Есть 970, да? Так, вот 970. Так, Golden Edition. Нам не надо Golden Edition. Мне, наоборот, что-нибудь повыгоднее взять. Ну вот, вроде как, вот это самое выгодное из того, что можно взять. На следующий день пусть доставляют. Все, эти заказы у нас решаются завтра уже. Так что пойдемте пока домой. End day. Go to work. Забираем. Материнки у нас приехали. Видеокарта. Так, ты у нас что? Тебе надо оперативку прокачать. Так, нет, ты у нас пока тут лежишь. У меня тут еще все занято. Так, раскручиваем тогда у нас видеокарту мою.
и ставим новенькую, свеженькую, приехавшую. Вот она. Что, что мне видеокарта теперь остается неплохая, и это довольно клево. Ее можно будет использовать в будущих целях. Так, что у нас там еще? До 8 гигабайт оперативы, да? Так, давайте оперативу прокачаем. Так, клипсу открываю, Да, откройся ты, блин. Remove RAM. И где у нас? До 8 гигабайт написано. Так, ну давайте 2 по 8 поставлю. Так, какой слот? Вот этот. И еще открываем, Так, и еще ставим. Надо будет еще оперативку заказать потом. Так, все, апгрейд график карт. Че, неужто это хуже будет? Почему она не считается, что это апгрейд график карт? Че, неужто я должен был там вообще какую-то демоническую поставить? Насколько он хотел? Missing cable. Стоп. А, тьфу, блин, видеокарту не подключил. Тогда, наверное, поэтому ты и пишешь, что не апгрейд. Да, да, все понятно. Так, install 3D Mark надо сейчас установить, поэтому мы с вами... Да не термопасту, а флешку мне надо. А, сюда зафигачиваем. И идем устанавливать с вами тогда. Установить 3D Mark, все ставится. И пока что крышку верну на родину. Вроде ничего не забыл. Ready to boot, не написано. Incomplete case, по крайней мере, не написано. Restart. А, туда пока я не пойду, я запущу 3D Mark, потом пойдем с вами работать. Так, ран, все, поехала жара. Сейчас будем ставить новую материнку Motherboards. И вот сюда. Господи, сколько же ее закручивать? Ну, как раз на все время теста. Я думаю, как раз закончим все подсоединять, и там уже 3D Mark закончится. Хотя, может быть, и даже не успеет, кто его знает. А, готово. Так, это сюда закручиваем, Так, надо немножечко пониже посмотреть. Так, готово, готово, подсоединяется. Теперь у нас идет memory. Хорошо, что они все написаны, какие конкретно его. То бы я сейчас такой, так, а чё ж я вообще у него там открутил-то? Ядрить, колотить. Началась бы такая ситуация. Хорошо, что все написано. Это огромный плюс, что этот момент реализован. Так, и сюда. Готово, все зацепили. Процессор на родину возвращаем. Термопасту еще надо будет намазать. Так, термопасту сейчас сделаем. Где у нас термопаста? А, вот сюда, так, накалякали. Закрываем щит. Текс, видеокарта. Вот она, красавица наша. Здоровая. Завинчиваем, давай, давай. Текс, что у нас там еще? Что я у него еще отвинтил, я уж не помню. По-моему, все вроде. А, да, кулер, как обычно, кулер забываю. Почему вечно у меня из головы этот кулер вылетает? А, так, сейчас надо все к блоку питания подключать. Обратно. Самое, наверное, долгое. Нет, все-таки материнку закручивать самое долгое. Разбирать, собирать. Сколько, интересно, платят за этот заказ? Я уже забыл. Надеюсь, солидно платят. Так, и кнопку питания подключить. Все, готово, запускаем. Сейчас должно все работать. Я уже даже могу сразу обратно крышки вернуть. И закрутить их, конечно. Так, готово. Dust filter где-то там. Так, вот сюда. Тебе там ничего закручивать не надо, просто присобачить. И это у нас что? Это у нас боковая панель, да? То я уже просто кликаю наперед и даже не смотрю, что это у меня примерно. Так, готово, все работает, Лив Байдор, закончили с тобой. Иди отсюда. А, и там как раз закончился у нас 3D Mark, да? Так, мне не надо его закрывать до конца. Нет, просто Лив Байдор, готово. Еще один заказ у нас закончен. Иди отсюда. Так, готов. И идем собирать наши баблишки. Наша баблишка. Так, надо заказать заодно не материнку, а еще этих. По 4 гига. Я, пожалуй, 4 штучки закажу. На следующий день пусть доставят. Так, email, collect. На сколько уже? 1800. Ну, я сейчас потратил денежку, поэтому чуть меньше. Так, этот коллектим. Все, готово. Так, 3D Mark. Кого-то PC это. А, это надо быстро проапгрейдить. Слушайте, этим тогда мы сейчас прямо и занимаемся. Это, у этого у нас всего один день на работу. Поэтому сейчас все-все-все мы и сделаем. Так, ну у меня благо есть оперативка. Надеюсь, у него не сломанная оперативка. Так, сейчас напишет мне или нет. Не хочу просто доставать. Так было бы халявнее. Так, апгрейд, все хорошо, у него рабочая тема. Инсталим ему 3D Mark сейчас. Так, включаем пока. Крышку мы сейчас на месте-то и сделаем. Готово, устанавливаем 3D Mark. Где 3D Mark? Все, установка пошла. Что у меня там по заказу надо новый взять? Так, надо заплатить за электричество, все, деньги улетели. Эх, как жалко отдавать 400 за ничего, но что поделать. Так, здесь на что, опять диагностировать нужно, хорошо. Диагностируем, здесь у нас нужно за 3 дня 8 гигабайт оперативы, я как раз новые заказал, хорошо. Так, мы заплатили по счетам, все понятно. Так, да, перезагружаемся.
Но это придется подождать, 3D Mark, когда будет готов, так что придется немножечко потерпеть, потому что завтра этот заказ уже провалится, если его не сделаю. Придется чутка нам с вами потерпеть. Эх, так. Что у нас здесь готово, да, все. Половина уже пятого левела у нас. Можно сказать, что мы очень близки к нашей цели. Кстати, у меня вот такой компьютер стоит. Почему в этой игре нельзя присесть? Я бы хотел поближе посмотреть, а отключать не хочется. По идее, я могу работать с тремя компами, если бы не вот этот, конечно, комп. Почему не могу себе ноутбук завести, а? Так, что у нас здесь вообще лежит? Я так и не рассматривал полочки, пока там идет сканирование, хоть посмотрю. Что это такое? А, не могу понять. Что-то там Fortnite как будто написано. Не знаю, кто знает, что вообще здесь на коробочках, напишите в комментариях. Не, Sail Away, я помню, что симулятор был какой-то там, который мы устанавливали. Что вот это за коробочки, я фиг его знает. А, так, тут еще какая-то книжка. Fall Play. Может быть, это игры этого разработчика еще, которые были, я просто про них не знаю. О, огнедуж делись, нифига себе. Я даже про это не знал. Так, что, последний тест идет уже, да? А, отлично. Так, ну мы что еще можем посмотреть? Можем постер разглядеть пока. Смотри, какой системник, кстати, офигенный, да? Такой прям стимпанк какой-то. Так, это вообще какой-то печь адская, не знаю. Не похоже на системный блок. А, ЦПУ тоже. Угу, понятно. А когда мне такие системники будут приносить, чтобы я такой, о, как с этим круто работать? А, такой, и все. На этом может закончить всю мою работу. Все закончилось, да? Так, уходим. Пошлите. Держи. А, и забираем бабки с него. А то говорю, что пролетим это с этим заказом, если я сейчас ним не закончу, то будет все очень плохо. Так, все, с благодарностями, как обычно. А новый заказ-то придет? Нет. Вот новый заказ. Так, 2 дня. Опять надо быстро все делать. Да ненавижу, когда такие сроки сжатые. Ну, что поделать. Так, end day, go to work. Окей. Так, забираем кучу оперативки. Здесь у нас с вами первая идет вот она оперативку с 3D марком, понятно. Так, тогда сразу ставим. Так, сделаем, что? Сразу флешку втыкаю, потому что потом забуду. Так, раскручиваем корпус. Сколько у тебя стоит уже оперативы? У тебя стоит 2 гига титан, да? Ага, тогда открываем клипсу, ставим ему еще 2 гига, которые у меня есть. А, у меня же есть еще 2 гига, да, есть. Надеюсь, у него не сломаны его 2 гига. А, окей, готово, запускаем, закрываем крышку. И устанавливаем ему 3D Mark. И идем работать с другим компьютером. Насколько же быстрее работать с двумя столами, это просто офигеть. Так, сейчас надо будет установить и зарестартить его, пока пойду отнесу другой комп. Так, с тобой что надо сделать? Диагностировать. Сейчас разберемся тогда. Так, иди сюда. Тут надо рестарт нажать. Так, рестартим, а здесь пока... подсоединим кабели потихоньку. Так, раз кабель, и пойду запущу тест. Так, ран, поехали, все готово. Здесь кабели продолжаем. О, если я power... А, просто power кнопку нажать надо было, все. Так, booting. No CPU, понятно, процессор, короче, здесь убитый. А, о, еще какой он грязный-то. Так, понятно, надо его еще почистить будет. Жесть, 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 сколько пыли-то. Офигеть, это целую вечность чистить, ё-моё. Так, ладно. По идее, в заказе не было, что его надо почистить, но, возможно, это как раз и из причин, почему он не работает. Так, давай, давай, давай. Вот, весь корпус помыли, почистили точнее. Так, здесь что, сеточка готова, здесь тоже все сдули. Так, что у нас там еще есть? Спереди крышка, сверху. Нет, сзади. Слоты, слоты не надо промыть, продуть. Тоже все чистенько. Ну ладно, вроде разобрались с пылью. Так, и ЦПУ. Давайте раскручивать. Конечно, включенный компьютер такой себе дело раскручивать, наверное. Но мне за это ничего не светит. Так, Целерон тут стоит, хорошо. Так, у меня есть что-то еще получше. Да, сломанный был, так как мне не пришла записочка об этом. Как его, что... Это принадлежит ему. Так, PC Parts, кулинг. А, у него еще кулер был сломанный. Ну ладно, поставлю ему покруче. Прям офигенный кулер поставлю. Мне просто не хочется новый заказывать. Кстати, кулера я забыл заказать заранее. А, надо бы будет их побольше взять. Это я что-то про это совсем забыл. Так. Вот, Power. Все сейчас будет работать, да? Будинг, Омега, готово. Все, разобрались. Да, с ним готово. Отправляем его домой. Диагностика выполнена. Забирай. Так, стоп. А, тьфу, блин. А, с этим все, да, тоже? А, Live by Door. Ну, вот два заказа сразу можно вынести. Тогда у нас... Так, Collect и...
Collect. Все, с этими закончили. Дискардаем вот эти. Этот еще в процессе. Это дискардаем. Перегревающийся комп нам присылает. Когда будут заказы по антивируснику? Давно не было. А, ну вот, отличный. Только вспомнил. Так, до 8 гигабайт надо будет прокачать. Еще один. Опять же, придется подождать 3D Mark. Ну, что делать? Подождем тогда уж, подождем. По-другому никак. Так, раскручиваем. И снимаем кабели. Так, раз, два, забираем. Угу, давай, 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 давай. Ти-ти-ти-ти-ти, открутили. Так, стоп, что я сделал? Зачем я сейчас это сделал? Скажите мне, пожалуйста, зачем я открутил видеокарту? Так, я сам того не знаю, зачем открутил видеокарту. Это для меня остается тайной, возможно, вы ее решите в комментариях. Какого хрена я открутил видеокарту? О чем я вообще думал? Так, ладно, давайте его поставлю клевую. Нет, я не поставлю ему клевую. Ну ладно, я уже поставил ему клевую, что поделать. А, продавайте все равно не собираюсь детали просто так. Так, и надо ему вернуть этот. Не вернуть, точнее, установить 3D Mark. Так, включаем. И закручиваем панельку. Готово. Да. Так, и... Что я опять забыл? Так, PC can boot. Погодите, я или монитор не подключил, или что? А, понятно, видеокарту не подсоединили. Окей. Логично было, да? Что, почему не было картинки? Потому что не было видеокарты. Так, и обратно возвращаем. Так, где у нас там этот сайт-панел? Хорошо, что на одном болте, не надо все раскручивать. Я уже 100 раз говорил, насколько мне это не нравится. Так, а все, больше компов у меня нет, да? Да, больше компов нет, так что с этим мы только и заканчиваем. Давай быстрее восстанавливайся. Restart now, да-да-да-да. Omega System, мой любимый 3D Mark. Кстати, тебе по дате ничего идти надо за 2 дня? Ой, я один день могу скипнуть, получается. Так, только сначала, знаете, что сделаю? Где у нас кулеры? Какой там самый дешевенький кулер? Вот по 20-очке, да, по-моему, самый дешевый получается. Давайте вот так и вот так закажу. И пусть завтра ко мне приезжают. Так, все заказали. Пойдем скипнем день. Не хочу долго ждать, а то это вот 3D Mark, go to work, забираем заказ. Здесь у нас просканировать на вирусы, халява, в общем-то. Так, сюда, здесь готово. Все готово, выносим его. Так, сюда, а тебя быстренько на вирусы. Так, установить USB Drive. Сейчас как раз пока тот ком буду нести, уже здесь все будет готово. Надо только сразу этот вирусник установить. Так, хотя, в принципе, что? Так, ставим, да пошли, заберем вот тот. Так, я, правда, не помню, что с тобой надо сделать, но сейчас разберемся. Так, вот как раз донес, и уже рестарт можно нажать. Так, тебе что надо сделать? Тебе надо диагностировать, понятно. Ну, если надо запустить 3D Mark, предполагаю, что там видеокарта не работает. Так, почистили, готово. Все, все. Легкие деньги, легкий опыт. Так, collect, email, collect и collect, все. Так, остается дискарднуть лишнее. Слишком много всякого хлама, который мне не нужен. Так, upgrade, please. World of Tanks должна запускаться. Отлично, я буду делать World of... комп для World of Tanks, да? Что у нас здесь? Надо подключить тебя. Что скажешь? Значит... Ну, я тогда просто, знаете, я даже ничего не буду делать, я просто возьму вот так вот. Я уверен, что именно в этом будет сейчас проблема. Вот просто говорю, что вот именно сейчас вот в этом и есть проблема. Иначе не сказали бы запустить 3D Mark внезапно. Вот по-любому в этом проблема. Так, где у нас там видеокарта, которую... Так, стоп. Нет, не видеокарте, серьезно? Окей, я думал, что будет в видеокарте. Ну, ладно, оказалось, что немножечко все другое. Диагностировать проблему, ну, доберемся еще до этого. Ну, ладно, ребята, на это будем заканчивать. Нам буквально совсем немножко осталось до 6 уровня. Уже в следующей серии мы с вами докачаемся до 6, купим себе шкаф. Посмотрим, что с ним можно будет придумать, насколько же он клевый и все такое. Стоп, а это что такое? Можно какие-то заметки делать? Интересно, что это за секрет? Любопытно.
Ну, ничего взять не могу, и также прилепить ничего тоже не могу. Ладно, в общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите продолжение по PC Building Simulator, обязательно ставьте лайк, это очень-очень важно, если хотите еще серии по нему. На колокольчики также, если будете нажимать, на настройки колокольчик также зайдите и укажите, что там показывало все видео с канала, а то он будет показывать не все, и вы можете что-нибудь пропустить. Заглядывайте в описание также почаще, там тоже есть много чего интересного. Скоро с вами снова увидимся, всем удачи, всем пока!